50 раз. На. В нем будет тренить. Да, будет тренить по треку. Тренить кроссфитера. Да не важно. Не важно. Все будут тренить. Окей. Те, кто умеет опускаться вниз и подниматься вверх. Очередная тренировка. Потихоньку наш народ собирается. Сегодня мы не одни. Сегодня с нами телеканал Москва-24. Главное, не ошибиться в названии телеканала. С ним, да. И у нас есть? Немножко разминаемся. Первым упражнением, которое мы будем делать, подтягивание. Наши любимые. 30% от максимума, 60% от максимума и 90% от максимума. И потом перейдем к основной тренировочке. Нам не дали монетизировать последний ролик, потому что там Серега сидит минуту на фоне Линкин Парка и типа правообладатель. Да? Обувь на Серега, ну такой хороший кадр, он там ноет про мозоль. Да. Красивое видео было. Сегодня будем тренить в суперсетах. Мы объединим тренировку стойки на руках и переднего виса. Упражнения будут идти по очереди, то есть одно упражнение для стойки, одно для переднего виса. И всего будет 4-5 упражнений на каждый из этих элементов. Упражнение для переднего виса будет давать Саня. Я уже сбил, сколько я потянулся. А упражнения для стойки будут давать я и... Посмотрим, что из этого получится. Будет грустно. Ну тут, блин, 25 чисто на разминку, чтобы разогреть вот связки, сухожилия, чтобы запястье разогреть. Потому что если мы будем сейчас остановить старик, там будет большая нагрузка и лучше разогреть. Следующее упражнение твое будет, Сань? Для виса. Ну да. С коляном модно, а он его таскает сейчас. Нельзя коляна кадрить сейчас. Ты хочешь сказать, что у меня... А, ну да, чтобы он не травмировался. Ладно. Почему? Это смотря с какой стороны взглянуть. Ну что, все знают. Главное, с этой не заходить. Я не хочу на это смотреть. Это мы сразу... Шаг за шагом. Шаг за шагом. Первое, поднятие корпуса. Один подход. Коленочки согнуты, как вот это. Один подход? А, прямой? Все будет так же, как вчера. Он знает. Кто я был? Знаю. Колямба знает, он знает. Я знаю. Куда вы это слово взяли? Колямба? Дуся знает. И этот, как его? Как зовут дурачка этого из? Дюня Метелкин тоже знает. Обычное поднятие ровным корпусом до половины. На максимум повторений? Обычное поднятие. Ваше. Это ты ничего не делаешь, сам поднимаешься. Да, оно само. Обязательно прямой хват, да, при этом? Да, верхний прямой обязательно. Ясно. Старайся прямое тело, больше плечи назад уводи, когда поднимаешь. Делаешь наше упражнение или другое какое-то? Смотри, как ширина рук какая. На ширине плеч примерно будет комфортнее всего. Как при подтягивании, плюс-минус. Стараешься плечами уйти назад и поднять прямое тело. Если тяжело, можешь чуть-чуть подсогнуть, руки будет легче. Это мало. Я уверен, что один. Прямо бряшку, хач, как черный плащ, как терминатор. Вспомним молодость. Шаг назад для контрнападения. Дивергент. Что ты скажешь? О том, что всего лишь один подход по этому упражнению. Это мало. Да. Саня уже какой-то не Саня. Саня. Взрастили гиббонов, машин, убить. Уже по два, тем более, сделали. Давай пять подходов. Не, никто не будет пять делать. Будут. Я не буду. Давай, не стойку. Будешь. А мы будем пять делать сначала. Ладно, делайте пять. Удачи. А для стойки? А я следующее пойду упражнение тогда делать. Какое у тебя следующее? Фиксация. В сумме 5 минут. Вообще там у него усилие очень большое. Один! Один! Почему никто не верит? Один на максимум, все.
Один, а что это? Вот это разогревающий. Все. Саша, мы привыкли 100 повторений по 100. Там, это разогревающий. Саша, это разогревающий. Сейчас вы услышите крики ваши, стоны, скажете, ой, что так много, может быть, поменьше. Нет, базы не будет, тупо перенись. Он не хочет базу, он говорит, наши тренировки будут не похожи на другие, ведь скоро там кубок какой-то хренаборы, поэтому мы будем тренить тут то-то, то-то. Смотри, можем либо еще поделать вот это упражнение, которое... Короче, все, стойку, подход, стойку. Давай еще один подход. Ну, делайте, я не буду. Парень, где ты? Да сейчас узнаю. 5 минут в сумме фиксации. Ты знаешь, сколько это подходов? Сколько для тебя это подходов, как ты думаешь? Сколько ты в закрытом переднем висе можешь висеть? Секунд 15? 10? А теперь домножь на 30. Ты ж пресс же качаешь каждый день, но он будет сильным. Он сильный, он все время напряжен. Все время он всегда напряжен, я сплю, ну блин. А вдруг кто-то сфоткает? Да, вдруг кто-то сфоткает, пока спишь, а он не некрасивый. А ты такой... Да, расслабься. Показывай. Быстро показал, мать твою! Собери всех, всех собери. Соберитесь всех, у нас совещание. Семейный сбор. И мы счастливы! Все на сбор. Почем нынче? Почем? Сбор почем? Ну, сколько собираем? По 1000 на класс, на классные нужды. Ну там травушку убрать. Я жену пришлю. Хорошо. Давай на сбор, хватит резинкой баловать. Ловное место всем. Подожди, я не снимаю, подожди. Третье это поясница. Ага, дождь усиливается, поэтому гори быстрее. Она может промокнуть. Так, не что может сегодня правда произошло? Сегодня Антон я поссорился купать с Михаилом. Да ладно. Одно простое подводящее упражнение, которое вырубает нахрен ноги из стойки. То есть, если вы научитесь стоять в этом упражнении, дальше вы просто учитесь распрямлять ноги, и вы делаете стойку. Многие неправильно пытаются сразу с маха научиться делать стойку, возникают дикие прогибы, боли в пояснице, все это хренотень не теряют, они пытаются шагать. Когда вы учитесь стойку делать, никогда не пытайтесь шагать. Хренотень. Вы должны вот встать и стоите. Не можете встать, вы упали. Окей. Я бы не слушал бы его, ну да ладно. Я умею делать стойку, он не умеет. Сами решайте, кого слушать. Ну стойку я умею. Да, умеешь. У меня рекорд 52 секунды в стойке, ноги вместе. Вы просто будете отталкиваться с двух ног и стараться удержать в закрытом... То есть ты делаешь смаха, красава. Я показываю упражнение. Да, да, я понял. То есть ваша задача вот в этом положении задержаться? Да, задержаться, конечно, на первом уровне стойки. Да, на первом уровне. В чем проблема? Некоторые просто на руки боятся встать. А они ты... делают сотни отжиманий, чего им боятся? Люди, сотни отжиманий, это ничего не значит. А если назад завалился, начнешь? Вот, падать? Да, завалился как назад, падать? Что делать? Да, как да. Падать. Не значит... заваливайся назад. А, круто, парни, не делайте это. Короче, не делайте, короче, знаете, что я вам сказал? Это алфавит, буква У. Революция назревает. Учитель! Только сильно, чтобы... Домахнуть, ты отталкиваешь чуть-чуть, а потом... Чтобы не домахивать, потом ты всю жизнь будешь не домахивать. У меня такая же проблема, давайте. Ты просто знаешь, потом... Происходит, я не могу понять, что происходит. Здесь происходит, здесь он вам говорит хренобору. То есть ты чуть-чуть отталкиваешься, потом пытаешься поясницу уже поднять. И таким образом ты вкачиваешь поясницу. Дикую хренобору он впаривает, пацаны. На первом уровне вряд ли сейчас вообще кто-то зафиксируется хотя бы на секунд 5. Ты дурак, что ли? То есть ты даже не объяснил про то, что в такой стойке нужно выпрямить правильно плечи до конца. Да, то есть ты не подумал, что у некоторых людей не такие гибкие плечи, чтобы сделать я это. Я не гибкий, когда начинаю, вот с этого начинаю. Лягушка что-то. Вот он только что с нее выжил. Сейчас он покажет лягушку. Покажи лягушку. Когда вот так стоишь, в согнутых руках, что ли? Вот, коленки на локтях, вот так. Это упражнение вам поможет хотя бы понять, как балансировать руками, где у вас центр тяжести. Ну, это реванш, да, такое. Тем временем, пока я развлекаюсь на съемках, Саня вкалывает. И это на самом деле второе упражнение на передний вис, смысл которого вы должны в сумме продержать 5 минут закрытого виса подходами на максимум. По лицу Сани вы видели, что на максимум, мы не обманываем. Теперь он сидит, плачет. Сидит, плачет. 20 секунд остался. Ему остался 20 секунд. Вот. То есть вот такое вот упражнение. Можно на брусьях делать, можно на перекладине. Но задача, чтобы спина была параллельна земле и удерживать на максимум.
И руки прямые. И руки прямые, да. Как Тоха правильно говорит, руки прямые. Прямые. Сейчас уже тяжело. Но старайтесь, старайтесь. Давай, Сань, последний подход. После этого упражнения мы возвращаемся снова к переднему стойке на руках и будем делать подводящее упражнение для трицепса и плечей, для стойки. Будем отжиматься. Байковые отжимания. Так, задницу, да, выше, еще ближе. И еще, еще. Вот. Вот так. Ну вот так. И можно еще ближе. Нет. Да, можешь ноги поближе. Ноги поближе подставь. Да, шаги еще. 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 Выше задницу просто делаем. Либо вот. Как Михаил. Да? Либо как Михаил. Но видишь, у него ему тяжело амплитуду создать, потому что ноги слишком высоко. Поэтому удобнее делаться в скамейке. В скамейке неудобно, потому что ноги болят сейчас. Вот такое вот упражнение. Руки можешь делать в стороны. Вот, да. Ты можешь либо руки в стороны. Свечку открыть, так будет веселее. Да, вот это упражнение. 4 подхода, 25 повторений. Тренируете плечи и трицепс для отжиманий в стойке. Да, не хочу, он далеко стоит, вы мне говорили ближе надо. А тем временем у нас идет крутое упражнение. Один делает уголок, другой поднятие ног. О, Миха пресс качал, ну похер. Не, эффективнее было бы, если бы мы вертикально бы делали, мне кажется. Ноги? Да, это да, но там жестко. Там плечи. Нет, там. Там больше плечи задействовать. Ну там как бы меньше повторов. Да. Не самое сложное упражнение. Не самое? Пресс ты качал. Нет, для меня тяжело будет. Для меня тяжело тоже будет. А потом как, меняемся и делаем наоборот. Да. Ты когда баскетбольный-то придаешь? Ну что, следующий. Сколько у нас есть? Там бормочет. Прожуй, потом Саня, говори. Саня сказал, нет. Что это глинтоген, это полезно, ребят. Саня сказал, что последний подход на максимум на брусьях, чтобы уже окончательно. Саня сам пошел пописать, и мы все равно сделаем. И мы смотрим, что на нас не смотрим. Ну окей. У нас все, есть заряд. Все говорим, значит, брусья, Антон там. Сколько у тебя? 45, да, там? У тебя да. Там 74, да. Буквально не через... расстраиваем Сашу. Ну, буквально через минуту. Все. Следующим дублем я вам скажу, кто сколько сделал. Давайте. Ой, и сколько сделал? 21. Сколько сделал? 17. Нет, вот сейчас. Нет. 45. Сколько? 30. Крутой трек. 22. Ой, слушай, ты реально... 60. Чувствую, что у меня на полном надо готовиться. Теперь я вижу. Раз. И умер такой. Ваши комментарии. Если кисть бы не болела, и был бы свет, и был бы легче. По 5 за раз. Там, блядь, вообще нужно. Хуй, это да, все, что не нон-стопом, это бред уже начинается. Там рост. Тупо палец большой заболел. Окей, собственно, вот такая вот была тренировочка и съемки для телеканала Москва-24. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы. Хотите отжиматься больше, чем 100 раз на брусьях? Приходите на тренинг «Скучный сад», занимайтесь с нами, и у вас все получится. Пока, до встречи в следующих выпусках.
Он вообще собой недоволен. Да, я сегодня слаб. Тот, кто недоволен собой. Господи, Сай, ты тратишь батарею. Хороший баловаться. Сань, что будет дальше? Так, кто поддержит? Я сейчас дробовик сейчас. Следующее упражнение. Только, наверное.